пустим в центр на Рохома. Не склеилась атака. Дотянулся до шайбы Пелтала. И гол Рохома. Аккуратный наброс на пятачок. И первым на подборе оказывается Рохома. Не успевает накрыть его Рафаэль Блатыршин, который в этот момент разворачивался. Звено лидер приносит победу своей команде. Все великолепно поработали в этой тройке Пелтала, Рохома, Пустиня. Но давайте все-таки выдержим эту паузу, потому что бывают такие ситуации, арбитры что-то усмотрели и возвращают тренеров.